Приветствую вас, мои уважаемые зрители программы «Голос минувшего». Сегодня я буду говорить о нас, об азовчанах. Или точнее, как мне больше нравится, об азовцах, опираясь как на настоящее, на прошлое и касаясь иногда будущего. Всматриваясь в старые фотографии азовских жителей 100-120-летней давности, мне часто хотелось побывать в том времени, встретиться с многими людьми, которых я уже лет 30 заочно хорошо знаю. Конечно же, побеседовать с ними, поснимать на видео и фото их текущую жизнь, поделиться с ними впечатлением о переменах в современном Азове, о его жителях, показав им на фотографиях наши лица, как мы теперь выглядим, чтобы наши предки, прадеды, имели представление и возможность сравнивать себя с нами, своими потомками. Мы теперь можем их видеть и разглядывать на картинах или старых фотографиях. А вот они нас нет. Мы для них недоступны. Так же, как нам недоступны лица наших далеких потомков, нам остается лишь вглядываться в лица наших предков с любопытством и желанием что-либо узнать о них. Я очень жалею теперь, что 50, 40 или 35 лет назад, когда эти люди начали уходить, мне мало удалось расспросить многих о той былой жизни города, чтобы иметь более полное представление, почувствовать все ее радости и горести той жизни. Если бы неведомая сила занесла меня в тот прежний Азов, вряд ли я остался бы в нем жить, зная, какие революционные потрясения вскоре его ожидают. Ужасное потрясение. Хотя много бы отложилось в моей памяти фантастических впечатлений от реалий той незнакомой мне прошлой жизни города. Интересно мне было бы побывать и в городском саду, на заседании городской думы, побродить по базару, походить по магазинам, узнать, что там продают, по улицам города, из которого еще можно было тогда создавать ему прекрасный архитектурный облик. Несомненно, в те годы мне, как архитектору, захотелось бы выяснить причины допущенных в то время градостроительных ошибок. К примеру, почему на окраине города рядом с кладбищем, а не в другом месте, было построено здание мужской гимназии? Почему городская управа неудачно была размещена и выстроена в виде углового здания? Почему возведенный второй торговый корпус занял необходимую жителям общегородскую площадь перед управой и закрыл ее главный фасад? Какие причины побудили устроить спуск грузовым причалом по Александровской улице через бывшую крепость с уничтожением части крепостного вала у крепостных ворот вместо устройство каменного, удобного, основного спуска по Таганрожской улице, от улицы Гимназической, которая выходила напрямую к хлебным сыпкам? И почему при застройке широкого Петровского проспекта была, без учета высотной самоштабности, занижена этажность зданий до 2 этажей? И прочие примеры. Но моя заманчивая мечта вернуться в прошлое осуществиться не может. Как пела Алла Пугачева, жизнь невозможно повернуть назад.
и время. Ни на миг не остановишь. Заглядывать же в будущее не менее интересно, нежели возвращаться в прошлое. Как сказал мне однажды выдающийся известный человек в Азове Николай Георгиевич Васильев, на своем 10-м десятке лет: понимаете ли, умирать не хочется. Интересно бы посмотреть, что дальше будет, какие там дальше будут люди. Да, не знаем мы, какие люди придут после нас. Допустим, через 100 лет в магическом 2121 году. Но, наверное, они захотят посмотреть на нас по сохранившимся визуальным источникам, какими мы были и какие мы есть в современном городе, современные азовцы. На мой взгляд, лучше всего, если посмотреть на нас со стороны и увидеть одновременно тысячи лиц и возрастов, всех возрастов. Это возможно, если обозревать праздничные мероприятия, городские шествия, чем я и воспользуюсь. Посмотрим на себя со стороны, какими мы были 40 лет, 3 года назад, и как мы меняемся. Согласно предыдущему генеральному плану развития города, к 2000 году у нас, жителей Азова, должно насчитываться 120 тысяч. Но прогнозы не оправдались, и столько людей для проживания в городе не появилось. А много ли нас, или относительно мало, теперь проживает в Азове? В 2019-2021 году по статистике численность населения в Азове колеблется в пределах 80 тысяч, что на треть ниже расчетной в генплане. Не густо, конечно, но может это и к лучшему. Как говорится, меньше народа, больше кислорода. Можно жить спокойнее и комфортнее в сравнении с более населенными городами. Большой город – большие проблемы. Скажу еще немного о нашем городе в виде краткого послания к нашим праправнукам, азовцам, которые будут жить, как я говорил, в 2121 году. А живем мы, наши наследнички, в зеленом, с богатым природным окружением городе Азове, со славной историей, и счастья своего не ведаем. Красивый наш город или нет, в этой оценке мы отдаем предпочтение первым впечатлениям приезжих, которым есть чем сравнивать. Но, в общем, если по-современному выразиться, то Азову поставлено лайков с торчащим большим пальцем вверх больше, как уютному городу. И нам остается только уповать на то, что наступающий, виднеющий уже вдали, в 17 километрах, монстр Ростов пока еще не захватил своей ужасной энергией нам, дорогой Азов, и не застроил его кошмарными, безликими людскими муравейниками, так как многие уже земельные участки города перешли миноимуществу Ростовской области в собственность, и мы не ведаем, как все дальше обернется. А теперь я подхожу к волнительной части этой программы, к светлому празднику 9 мая, который нас всех сплачивает духовно и объединяет в одну большую текущую людскую реку по бульвару, по Петровскому бульвару. Глядя 2-3 года назад на шествие праздничных колонн к мемориалу,
победы, с грустью чувствовалось, как не хватает нам ушедших ветеранов войны, даже если мы несем в руках их портреты, которые их уже не заменят живыми. И пусть этот выпуск программы будет посвящен памяти наших отцов, дедов, женщин войны. Случившаяся пандемия уже дважды нас изолировала от этого праздника. Но этот праздник от нас никогда не уйдет. Мне хотелось, чтобы вы, многие из вас, посмотрели на себя в этот праздник, увидели своих родных, близких, знакомых, друзей, почувствовали себя большой частью, то есть частью большой общегородской семьи. Усаживайтесь поудобней, и насколько хватит в оставшейся передаче времени, посмотрим под легендарной мелодией песен и мелодий военных лет наш праздник Великой Победы в разные годы. Этот день не стереть, не забыть, и шинель вся протерта временем. Сколько нам суждено пронести, сколько нам судьбою отмерено. До Берлина рукой подать, и пусть раны стонут по-прежнему, но я вижу над Рейхстагом наш флаг. Это знамя победы. Ну здравствуй, месяц май, девятое число. Я помню, дед, тебя, ты всю войну прошел. Ты жизни не жалел, и грудь вся в орденах, и раненым ты был за то, чтоб жил твой внук. Это день победы, нарисую небо, нарисую звезды на твоих погонах. Это день победы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, отгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал. Это праздник сединою на весах. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник
виска. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Завета, от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Наши мальчики.
мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую и услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Thank you.
забыли, как достались нам в боях за родину победа и свобода, что помнить всех, кого взяла война. Бессмертный полк стал совестью народа, что помнить всех, кого взяла война. Бессмертный полк стал совестью народа. И в день победы в сомкнутом строю бессмертный полк, с тобою вся Россия. Мы вместе победим в любом бою. Бессмертный полк в единстве наша сила. Мы вместе победим в любом бою. Бессмертный полк в единстве наша сила. Портреты наших матерей, отцов, родных и близких, и живых, и павших, вновь молодыми и живыми ставших, несут потомки их со всех концов. Вновь молодыми и живыми ставшие несут потомки их со всех концов. И в день победы в сомкнутом строю бессмертный полк, с тобою вся Россия. Мы вместе победим в любом бою. Бессмертный полк в единстве наша сила. Мы вместе победим в любом бою. Бессмертный полк в единстве наша сила. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Итак, уважаемые мои зрители, вы посмотрели сохраненные моменты празднования Дня Победы в нашем городе с 1980 по 2016 год. Теперь это же история в лицах азовчан. Завершающая фотография передачи – это
фотография моей внучки Ани, которая как бы подсказывает, что идентичное продолжение о праздновании Дня Победы в 2017, 2018 и 2019 году будет в одной из следующих выпусков программы. Спасибо за просмотр этой передачи. До следующей встречи. Всего вам доброго. Будьте благоразумны к своему здоровью в коварное по отношению к нам времени. И мы вновь продолжим традицию празднования Дня Победы.